Глава 41 книги пророка Иеремии. И было в седьмой месяц Исмаил, царь Нафании, сына Елисама из племени царского, и вельможи царя, и 10 человек с ним пришли к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там они ели вместе хлеб в Массифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадолию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним с Гадолией в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиении Гадолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами и в разодранных одеждах, и изранивши себя с дарами или ливаном в руках для принесения их в дом Господень. Исмаил, сын Нафании, вышел из Массифы навстречу им, идя и плача, и, встретившись с ними, сказал: «Идите к Гадолии, сыну Ахикама». И как только они вошли в средину города, Исмаил, сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними 10 человек, которые сказали Исмаилу: «Не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем и маслом и медом». И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Гадолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь Ваасы, царя Израильского, его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе, дочерей царя и весь оставшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Гадолии, сыну Ахикама. И захватил их Исмаил, сын Нафании, и отправился к сыновьям Аммоновым. Но когда Иоанан, сын Кореи, и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоанана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался, и отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из Массифы, и обратился и пошел к Иоанану, сыну Корею. А Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоанана с 8 человеками и ушел к сыновьям Аммоновым. Тогда Иоанан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Гадолию, сына Ахикама, мужчин, военных людей и жены детей и евнухов, которых он вывел из Гаваона, и пошли и остановились в селении Химам близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафании, убил Гадолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною.